Девочки, всем огромный большой привет. Хочу презентовать 100% полиэстер. У Людмилы такая есть, у меня такой нет. Я купила, догадываетесь, где и недорого. Я хотела вообще в колготах быть и в бюстгальтере. Потом посчитала это нескромным. Почему я так хотела? У кого какие версии? Скажите мне, пожалуйста, на что? Как обыграть? Мне необходим ваш совет. Мне очень понравилось, ничего. Я хотела уже и вот так, но слишком, ну, длинный хвост. И вот так вот хотела. В общем, мне нравится вот такой вариант. Вот такой вариант. Но я не знаю, на что надевать. Может, просто на купальник и не морочить себе голову. Штучка турецкая. Так, одеваю закончить. Почему камеру переворачиваю, мне пишите, чтобы было меня хорошо видно. Юбку одела специально. Ну вот смотрите, могу снять. Я не стесняюсь, потому что здесь все скромно. Блогеры, которые покупают вещи, тоже раздеваются и показывают. И вот если как, лосины некрасиво. Что сюда надо? Может, действительно просто какие-то лосины? Или какую-то тунику коротенькую, вот такую вот. В общем, девочки, нужен ваш совет. Очень симпатичная. Я честно не знаю, как называется. И вы мне пишете, я не разбираюсь. Я, да, не разбираюсь, я у вас и спрашиваю. Посмотрите, как рубашки красиво надеваются. Она большая. Если ребенка заберет, будет даже очень отлично. Просто напишите мне. В общем, а да, красивая юбочка, посмотрите. Вот она идет. Пояс, резинка. Тоже полиэстер. Смотрите. Какой красивый цвет. Нарядная очень, правда? Кофтюлька. Очень и очень нарядная. Это здесь выключите. А так вообще будет нарядно, да? Здесь, ой, темно, очень темно. Не хватает света. Что днем, блин, след. Я, ну что этот цвет дает? Он ничего не дает. Очень такой мягкий, хороший трикотаж. Юбка, да? Длина даже хорошая. Ничего лишнего, правда? Так, девчоночки, я уже показывала, это Люба, вы знаете ее по видео с самого Ладина, она распродает. Осталось два платья, можете написать мне в инстаграм, Ната 2017 Днепр, напишите мне на вайбер, мой вайбер 063-839-0947, это не мой номер телефона, это вайбер, на который я могу ответить подписчикам. Значит, это платье Вика. Остались такие размеры, только как на женщину, на меня. Вот. Такой цвет. И золотой. Золотой. И два золотых с красным узором и с голубым узорчиком. Я даже хотела и себе, но я такие вещи не ношу. Вы все знаете, что я ношу. Мне это красное, зеленое, белое, желтое. Короче, вот такое платье. Модена Италия. 46-48, если по нашим, да, советским размерам.
В общем, такое шикарное платье. Кому надо, девочки, звоните. Если бы не война, давно бы уже эти платья ушли. Очень много тогда с собой Владимиром писали по поводу этих платьев. Она штук 10 их продала, вот у меня осталось 2. Она сейчас живет в Италии. В Италии вышла замуж, Любонька, и попросила нас с Людой все это реализовать. Я высылаю по новой почте, по старой, вот пальто продали. За 4000 тоже ее на видео было. Короче говоря, вот. Это так, это платье рекламного характера, это не мое. Просто презентую вам. Так, также, девочки, новости. Помните, я рекламировала вам вот это пальтишко, как халат? В общем, это оказалось пальто на весну. Пальто-халат, это сейчас актуально, очень модно. Спасибо девочкам, которые мне вразумели, в Инстаграме написали. Я в Инстаграме его выставляла, показывала. И мне сказали, Нателла, не выдумывай, сейчас это очень актуально, это не халат, не домашний, это вот сейчас такие вот в трендах пальто-халат, который я купила. Я думала, это халат, но это оказался не халат. Как-то так. Я хотела Людочки, но теперь я смотрю, что заберу его себе. Она теперь черная, белая, голубое. Шикарно, мне кажется. Так что, девчонки, кто помнит, да, думала халат, представляете? Так, хорошо, хорошо. Ой. Просто после Нового года меня пригласили на концерт. Я вот думаю, можно было бы так вот пойти на концерт. Ботфорды, сумочка, пиджак. Я черная маечка, черную маечку. Вообще после Нового года надо опять делать ревизию. Все. Вывозить, раздавать. Нет, то, что я вывожу, выбрасываю, это такое, что вообще зачем? А вот такие вот вещи я даю вторую жизнь, люди носят. Он 100% катун. Офигенный пиджак. Здесь. Не, ну я сама еще буду носить. Нет. Это фирменный, это хороший. Тоже так неплохо, да? Надо думать с прической что-то, с волосами. Вот с волосами надо что-то думать. Покрасить, может, потемнее цвет. Такая только что девочки сирена была. Отвлекаюсь, отвлекаюсь как могу. Дышать прям, знаете, вот дышать, тяжело дышать. И не могу, вот, не могу я... В настроение войти. Вот это вот, помните, как я раньше показывала, секонд-хенд, например, всегда музыка, какая-то радость. Вот не могу в эту струю попасть, хоть убить. Если немножко вам скучно, прошу прощения. Ну, все. А может, кого-то и устраивает, чтобы меньше этого балагана, а вот так вот все серьезно, да? Я вот смотрю там креативную мастерскую Елену Прекрасную, у нее красивая женщина, там тонна косметики. А меня не видно, я без косметики, меня в принципе и не видно, и хорошо. Не столько я. Я, кстати, еще раз, я не рекламирую свою фигуру, ни в коем мере. У меня он тоже и полно недостатков. Просто... Не, ну юбка на меня не маленькая. Маечку, да, девочки, маечку? Также же хочется возле елочки, чтобы было хорошее настроение. Мне очень понравился этот свитерочек. Прям симпатичная такая кофточка. Сейчас видите, когда модно с такими рукавами. Очень такой нежный материал. В общем, девочки, такая вот была примерочка. Напишите мне, пожалуйста, по поводу вот этой вот синей прозрачной туники, да. Я прислушаюсь ко всем вашим советам. Ну, в стиле так-то, да. Ну, платье вам показала, 2 осталось, было 10. Вот. Ну, показала кофточки, простые, обыкновенные, но мне очень нравятся, я с удовольствием буду их носить. Все, всем мира, всем добра, целую, обнимаю, с большим уважением к вам, Нателла. Пока, друзья. Пока.